Всем привет! Сегодня я хочу приготовить тирамису, и для этого мне нужно печенье савоярди, сахар, сыр маскарпоне и яйца. Яйца мне нужно разделить на белки и желтки. Конечно, если вы уверены в своем миксере, то можно их взбивать сразу. Пока я буду заниматься желтками, белки я уберу в холодильник. Желтки немного взбиваю. Теперь в желтки отправляю половину сахара от общей массы. И опять все хорошо взбиваю. Взбивала, ну, где-то минутки 3. Теперь в эту смесь отправляю сыр маскарпоне. Теперь сыр очень хорошо смешиваем с желтками. Я сначала это делаю лопаточкой, а потом собью миксером. И теперь уже хорошо смешиваю миксером. Масса получается очень пышная и нежная. Все, теперь буду заниматься белками. Сначала очень хорошо взбиваю белки. Частями буду добавлять сахар, не останавливая миксер. Белки я взбила. Посмотрите, какие они получились. Очень такие устойчивые, крепкие. Аккуратно белки буду вводить желтки. Частями. Лопаточкой снизу вверх. Крем получается очень пышный и нежный. Хорошо смешала, теперь отставляю в сторону. У меня есть кофе. Кофе я добавляю чуть-чуть коньяка. Также можно добавить ликер. Запах очень классный. Теперь собирать тортик я буду вот в этой форме. Немного на низ формы я выкладываю крем. Теперь буду выкладывать печенье. Сначала я его макаю в кофе, но все делаю быстро. Одну секундочку. И с одной стороны. Много не надо, чтобы печенье, ну, не было такое сильно влажное, потому что это будет потом невкусно. И сверху опять выкладываю крем. И сейчас выкладываю еще один слой. Сверху посыпаю какао и отправляю в холодильник, чтобы он хорошо постоял, настоялся. Ну, где-то час или два. Тортик простоял в холодильнике 1,5 часа, уже хорошо пропитался. И мне уже не терпится разрезать и попробовать его. Ой, такой мягенький стал. Внутри он уже отлично пропитался. Смотрите, какой он мягкий. Все, пробую. Безумно вкусный. Печенье хорошо пропиталось, оно не мокрое, а нежное-нежное. Крем просто супер, очень вкусно. Все, не забывайте подписываться на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока-пока!